Апельсиновый сок – продукт, получаемый из апельсинов. Различают свежеотжатый, натуральный, апельсиновый сок прямого отжима и восстановленный апельсиновый сок. Термин «восстановленный апельсиновый сок» используется, когда речь идет о продукте, произведенном из концентрированного сока. Если сок только пастеризуется и поставляется потребителю без стадий получения и разбавления концентрата, на упаковке его приводится маркировка «в Канаде, Израиле и Америке, not from concentrate, NFC, не из концентрата». Все апельсиновые соки, за исключением свежеотжатых соков, произведенные в промышленных условиях и поступающие в продажу, являются консервированными. При этом для консервирования продукт подвергают тепловой обработке, пастеризации. Свежеотжатые апельсиновые соки не подвергаются пастеризации, поэтому срок годности у них значительно более короткий. Свежеотжатые апельсиновые соки более полезны, чем восстановленные соки, изготовленные из концентрированных соков. Свежеотжатый апельсиновый сок обычно дороже, чем восстановленный сок.